Всем привет, меня зовут Надин Шмафин, это игра, которая называется Uno Lingua. А кто знает Duolingo, тот знает Duolingo и знает, какие кошмары с ним бывают, с постоянными своими уведомлениями, чтобы ты не забыл пройти очередной урок. Поэтому в самом начале написано, не забывай практиковаться в изучении языков. Привет, это Уна. Выглядит, словно ты пропустил урок с испанского. Эй, ты пропустил свой урок снова? А, я занят. Можешь меня оставить одного? Ой, извини, что если я помешал твоим ученическим целям. Да, помешал. Ой, я от этого устал уже. Увидимся скоро. Что это значит? Опа, за мной пришли. Вот это я не учила уроки испанского. Да хватит там настукивать головой своей. Да хватит. Спокойно. Извините, я умираю. А вот, короче, ты пропустил урок испанского, и теперь тебе крышка. Так, и что, где я? Меня увезли в лес? О, моя башка! С ума сойти! Что происходит? Опен. Опен-пропен. Отсутствует. Лесон. Найди свой урок в бездне. А, мне нужно перевести это, что ли? Ну, тут ничего сложного. Find. Encuentro, походу. Это я и так все решу. Lesson. Lesson. Сейчас. Lesion. L. N. T. Да хрен его знает. Ну, наверное, L. Abyss. Abysma. А может быть, L. L это как раз артикль, а N это где? А мне не хватает всего. Я, слушай, без этого все знаю. Вон там есть один кусок, мне нужен. Йокер! А что, он мелкий такой, что ли? А что происходит? Работник вечности. А. Подожди-ка. Мондо и Гроссерия. Так, у меня не так много времени. Унолинговая птица меня поймала, и я боюсь, что я никогда отсюда не выйду. Много дней прошло с тех пор. Как я пытался... Короче, все время птица меня домогается, дурацкая. Я думаю, что я пытался... Что это такой способ меня обучить новому языку. Но я не уверен. Здесь что-то более зловещее играет со мной. Я могу чувствовать это своими костями. Уроки птицы становятся все более сложными. Словно готовят меня к чему-то. Вот только к чему я не знаю. Но я не теряю надежды. Я найду карточку к выходу, скрытую в моей камере, где как раз дурацкая птица не найдет всего. Это нужно просто время и в нужный момент. Так, ну это, конечно, все замечательно и прекрасно. А мне не хватает этой... Я хоть прыгать-то умею вообще. Пресс. Че? Коррект. Коррект. А куда коррект? А что случилось? О, но! Фрэнс
My friends. My friends. Так, ну я сижу в углу. И кажется, я зря это сделала, потому что я, кажется, не могу выйти. Я где вообще? Нет! Нет! Я где? Да сука! Блин, я застряла, у меня игра сломалась. А, хотите выйти? Да, я бы хотела на самом деле перезапустить. Потому что... А мне нужно там было выбрать какую-то правильную позицию. А чё проскидали этого говна? Так. Я могу? Да, наверное, я могу нормально прокрасться мимо этого говна. Найди свою... Да это я знаю, мне не хватает части. А, тю. А, да это, блин, несложно перевести. Сложно, блин, найти эту штуку, которой там не хватает. Слышишь, птица? Что это такое? Агарадапор лас... Ага! Агарадапор. Ага, это сквозной кто-то проход. Блин, это на самом деле бы... помни, испанский или тебя сотрут с лица земли. Тут не сколько сложно сама загадка, сколько сложно найти запчасти. Но, наверное, то, что вот этот аппарат какой-то странный... Мне, ну, а вот, ну как раз оно и есть. А, аппарата, агарата, агарата. А я дальше не знаю. Угу. Все-таки надо было сфоткать ту хрень. Ну и там как раз будет кусок. Блин, а мне не сюда вообще. Птица, мне нужно как раз туда. Вот, Агарадапор. Агарадапор, но лас де лак чего-то там, это все неправильно. То есть мне нужно найти какие-то правильные вещи. А то эти явно неправильные. А как я узнаю? Введите правильное предложение. Там записка этой бабы. Она мне ничего не дает. А, ну короче, Агарадапор. Лас
Лас. Лас Гарас. Де ла обсессион. Так, и что я ввела? И что произошло? А, ну вот кусок запчасти я и получила. Птица, не видь меня. Да ёб твою мать! Птица, не видь меня! Да ты охренела! Тварь! Какого чёрта? А она говорит, неужели так сложно понять? В смысле, 2 дня осталось? Да я ж все сделала правильно. А, все просто. Ну, короче, первым делом надо инкуэртатю. Лисьон. Энни. Элли. Ой. Элябюс. Готово. И что дальше? Я могу выйти? По идее, могу. А я, наверное, в прошлый раз куда-то за текстуру убежала случайно. Spanish or Venish? Меня не видно, меня не видно. Нет, она где-то ходит, жирная тварь. Все, 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 иди. Я идеально выучила свой урок испанского. Я пошла. А, ну вот. Новый урок ждет. А, ну вот, игра на самом деле очень маленькая. Вот она какая. На самом деле задумка-то не такая уж и плохая, с учетом того, какие уведомления у Duolingo жуткие. Неудивительно, что по ней есть такой хоррор. В целом игра, ну, она как типичная Гренни какая-нибудь, просто очень-очень простая. Ну, игра как игра. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо, всем пока.